Вы на канале «Умно и разумно». Лето в разгаре. Вы плохо переносите жару? Тогда позвольте дать вам пару хороших советов. Жару переносить – это довольно простая наука, и ей вполне можно научиться. Я довольно долгое время провела в местах, где столбик термометра порой зашкаливал до 45 градусов, поэтому я знаю, что говорю. Совет первый. Сделайте себе японский кондиционер. На японских гравюрах или японском кино часто можно увидеть людей в белых платочках на шее. Это он и есть. Штука эта гениальная. Попробуйте просто, и вы будете приятно удивлены. Берете белый чистый платочек, вымачиваете его в холодной воде, повязывая после на шею. Когда платочек высыхает, смачиваете его заново. Эффект облегчающий наступает буквально через пару минут. Совет второй. Если есть возможность, поделите сон пополам. Устраивайте себе сиесту в самое жаркое время. Совет третий. Пейте по возможности холодный чай. Завариваете литр некрепкого зеленого чая. Или же сгодится любой. Когда он остынет, бросаете туда немного меда, мяты и лимона. Пьется это все со льдом. Не только вкусно, но и очень полезно. Совет четвертый. Не пейте холодную воду. Вода эта не утоляет жажду. Испаряется она через минут 5 вместе с потом, унося с собой соль. Пейте чай или несладкий квас. Про газировки сладкие все понятно. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Совет пятый. Выходите из дома в жару, не делайте резких движений. Себя ведите с достоинством. Идите плавно, двигайтесь по теневой стороне улицы. Всегда. Ну и главное, если вы куда-то ходите в жару, то после каждого похода, после каждой прогулки, мойте стопы и щиколотки прохладной водой. Там куча биологически активных точек. Это полезно будет и приятно. Для вас это были полезные советы. Берегите себя и будьте здоровы. Ведите себя умно и разумно, и лето покажется вам сказкой. Кому понравились советы, обязательно делитесь с друзьями, знакомыми. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Благодарю всех за внимание. Всем пока!